20-й юбилейный международный турнир по мотоболу, посвященный 50-летию города Видное, открыл глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Здесь есть некий символизм, так как ровно 50 лет назад мотобол был признан видом спорта. Нашему городу 50 лет, мотоболу 50 лет. И это символично, так как все-таки на протяжении уже многих десятилетий визитной карточкой города Видного Ленинского района является именно мотобол. Глава района вручил юбилейные медали 50 лет городу Видное команде «Металлург». После церемонии открытия состоялась игра между командами «Металлург» и сборной Краснодарского края. Игра, как и было обещано комментаторам, не давала расслабляться ни спортсменам, ни болельщикам. Несмотря на дождливую погоду, они пришли поддержать свою любимую команду. С первых минут матча мотоболисты показали всю красоту этого вида спорта. Рев моторов, столкновение противников, то одних, то у других ворот нарастало напряжение. Первый гол в ворота Краснодара забивает Иван Криштопа. После четырех забитых мячей основой команды «Металлург» тренерский штаб выпустил на поле второй состав. И вот тут началось самое интересное. Игроки сборной Краснодарского края смогли вернуть интригу в матче, забив 4 мяча в ворота «Металлурга». Но силы на этом иссякли, и видновчане забили еще 2. Сегодня первый день, погода не очень сложилась. Соперник, на мое мнение, средний соперник. Первая игра, поле мокрое. Я думаю, что мы еще не всю игру показали, что мы можем. Вот. Я думаю, с каждым днем будет все лучше и интереснее. Счет матча 6-4 в пользу «Металлурга». Следующие встречи нашей команды состоятся со сборной Белоруссии и командой из Ставропольского края. Начало матчей 18 часов, а финальная игра пройдет 12 сентября в 15:00, в день празднования юбилея города Видное. Приходите поддержать любимую команду. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.